В Якутии появится 3 новых спортивных объекта. Финансирование строительства займется «Газпром» в рамках сотрудничества с властями Якутии. К слову, сегодня Якутия имеет 34 действующих соглашения с недропользователями, работающими на территории региона. Александра Охлопкова продолжит. Михаил Никитин – надежда якутского плавания. Свои первые результаты достиг, занимаясь в плавательном бассейне «Самородок». Сейчас Миша тренируется 13 раз в неделю в новом бассейне «Чолбон». Когда я сюда пришел, у меня был только 3-й взрослый разряд. А сейчас я потянулся за эти 3 года. У меня уже кандидат. Очень хорошо. Некоторым пловцам намного легче стало заниматься. Сейчас уже подтягивается младшее поколение и стало намного больше профессиональных пловцов. Бассейн «Чолбон» еженедельно посещает 6500 человек. Плавательный центр работает с 7 часов утра до 9 вечера. Отвечает по всем мировым стандартам. Наверное, немногие знают, что этот социальный объект построен за счет средств крупной компании «Сургутнефть». Бассейн был открыт в 2012 году к международным спортивным играм «Дети Азии». Построен по инициативе главы республики Егора Афанасьевича Борисова при совместном финансировании акционерного общества «Сургутнефтегаз» и правительства нашей республики. Такие спортивные объекты, вот бассейн, скажем, там «Триу», «Доксун», дают возможность многим людям, желающим заниматься спортом, оздоравливать себя, приходить, заниматься. Действительно, строительство таких масштабных объектов требует значительного финансового вливания. За последние 10 лет общий объем вложений промышленных компаний в строительство социальных объектов составило около 13 миллиардов рублей. На эти деньги построено более 30 объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также жилья. Пришли инвесторы, они очень требовательные, они хотят высококвалифицированных, устойчивых и знающих высокоинтеллектуальных кадров. Поэтому нам, якутянам, придется очень крепко задуматься, готовиться и конкурировать с теми кадрами, которые там в отраслях уже работают. В настоящее время действуют 34 соглашения с крупными недропользователями на территории Якутии. Из них 8 работают в маленьком селе Батобуя Мирнинского района. Одним из главных обязательств промышленных компаний является заключение договора об участии в социально-экономическом развитии республики. За счет НДПО мы сегодня в республике одними из первых из сельского поселения бездотационные. Мы добились того, что есть соглашение с родовыми общинами, на территории которых есть лицензионные участки недропользователей. Мы добились того, чтобы отчитывается один раз в год недропользователей в наследии, что они сделали, какую работу. Отметим, что глава Якутии Егор Борисов нацелен на выстраивание долгосрочных отношений с крупным бизнесом, их активное участие в социально-экономическом развитии республики. На днях стало известно, что к 2022 году «Газпром» намерен построить несколько социальных объектов на общую сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей в 3 районах республики. Александра Хлопкова, Гаврил Дичков, НВК Саха, Якутск.